Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Составлен протокол в нарушение пункта правил благоустройства. Все материалы переданы на комиссию на демонтаж. За рамки не выходить. В Анапе продолжают освобождать муниципальные территории от самовольного захвата предпринимателями. Пусть эти три понятия – любовь, семья и верность – будут всегда с вами. Награды за любовь и верность, детские забавы и концерт. Самый семейный праздник в Анапе отметили с общегородским размахом. Клапот нам, как в песне, маленький домик, русская печка, стол деревянный, лавка и свечка. Когда по лавкам больше, чем семеро, секреты счастливой жизни от многодетной семьи из Джигинки. Детский сад на улице Лазурной планируют открыть в четвертом квартале текущего года. Глава города Юрий Поляков поручил заранее подготовить всю необходимую документацию для сдачи важного социального объекта. Об этом говорили сегодня на планерном совещании в администрации. Кроме того, на повестке дня борьба с несанкционированной торговлей и незаконной рекламой, а также ход ремонтных работ в здании, где будет располагаться военкомат. Ну, я думаю, надо усиливаться и управлению торговлей. Прошу, Андрей Анатольевич, вас надо усиливаться, додавливать, потому что еще нету пика сезона. К пику сезона у нас очень много вопросов. Юрий Поляков обратился к полицейским. Необходимо действовать сообща. Сегодня удалось наладить взаимодействие мобильных групп городской администрации с участковыми, которые также поделили город на зоны. За минувшую неделю управление муниципального контроля составило 76 протоколов. Глава курорта обозначил стратегические точки, в том числе Большой Утриш, Сукко, а также Витязева, а конкретно улица Светлая. Это муниципальная земля, это ваша прямая ответственность. Вычистить улицу Светлую, вычистить. Знойная Светлая стыкуется. Что за объекты стоят? И квас, и экскурсии две стоит, и мороженое там стоит. Что там только не стоит? Это не аукционные точки. Будем заниматься или не будем заниматься? На Пионерском проспекте стоит кафе прямо на клумбе. Угол, первый проезд по Пионерскому стоит. Я не понял, почему оно стоит там. Вы что, не видите? Я вас предупреждаю, наведите мне порядок там. Одно из предыдущих поручений главы – наказывать торговцев за навязчивую и противозаконную рекламу. За минувшую неделю выписали 36 протоколов, лишь один на юридическое лицо. Можно на физлицо составить, можно на юрлицо. На юрлицо более тяжелый штраф, правильно или нет? Поэтому я еще раз заостряю ваше внимание. На юрлиц, я понимаю, есть сложности, полиция, там, суд, там, туда-сюда, но надо делать именно вот так. Самое горячее во всех смыслах – пора еще впереди. Однако нельзя забывать о внутренних вопросах. В здании, где будет находиться военный комиссариат, полным ходом идут работы. Конструкцию усилили, предстоит установить подпорки под плиты перекрытия. После этого можно будет переходить на второй этаж. Еще один объект – парк 80-летия Кубани в селе Субсех. Там начали монтаж системы автополива. Уже готово основание центральной площадки, где местные жители смогут проводить различные массовые мероприятия. Нам до какого числа надо сделать? До 25 августа. Мы идем в график. Детский сад «Лазурный» на 160 мест в микрорайоне Алексеевки планируется сдать в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Екатерина Боровская. Сейчас в здании идут отделочные работы. Объявлен аукцион на закупку оборудования в пищеблок. Юрий Поляков поручил уже сейчас подготовить штатное расписание, чтобы не было заминок перед сдачей важного социального объекта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Ремонтные работы начались и в Вестнике, в здании, где располагаются почтовое отделение и медицинский пункт. Глава Анапы выезжал в хутор по просьбе местных жителей. Оценив состояние соцобъектов, Юрий Поляков поручил привести их в порядок. В Вестнике глава побывал 3 июля. Вместе с местной жительницей Натальей Дудкиной Юрий Поляков зашел в амбулаторию и почту и поручил отремонтировать помещение и фасад старого здания. Работы на объекте уже начались. Значит, там будет ремонт крыльца,
входной группы, ремонт фасадной части, ремонт коридора и кабинета врача, и детский кабинет тоже будет производиться ремонт, уже сейчас делается. Входные двери также будут новые стоять там, и стеклопакеты тоже будут новые, старые заменим на новые. Задать вопрос или обратиться с предложением главе города можно будет 11 июля. Юрий Поляков проведет прямую линию по вопросам социально-экономического развития города-курорта. Также в ее работе примут участие заместители главы и руководители структурных подразделений администрации. Звонки будут приниматься с 12 до 13 часов по телефону 30307. В Анапе продолжают освобождать муниципальные земли от незаконной торговли. Очередную точку демонтировали на Пионерском проспекте. В администрации напоминают, демонтаж объекта и штрафные санкции ждут каждого предпринимателя, чья деятельность выходит за рамки частных и арендованных территорий. Владелец этой столовой на Пионерском проспекте имеет разрешение на торговлю, однако не имеет права захватывать муниципальную территорию. Столы и зонты установлены незаконно, к тому же прямо на тротуаре, что мешает свободному проходу пешеходов и не вписывается в общий облик курорта. По поручению главы города осматриваем территорию. Выявлена незаконная установка зонтов, стульев. Значит, составлен протокол в нарушение пункта правил благоустройства. Все материалы переданы на комиссию на демонтаж. В этот раз демонтаж конструкции собственник выполняет самостоятельно. Однако за нарушение правил благоустройства ему придется заплатить штраф. Наказание рублем ждет и других нарушителей. Ежедневно рейдовые группы инспектируют курортные территории. Усиленный контроль в сфере торговли продлится до конца высокого сезона. Семье Кузнецовых из Юровки под аплодисменты вручили медаль «За любовь и верность» одну на двоих. Еще 7 семей получили благодарности главы муниципалитета. В Анапе отметили День Петра и Февронии Муромских, святых покровителей семьи и брака. На центральной площади организовали настоящий праздник, работали интерактивные площадки. На несколько часов центральная площадь детского курорта превратилась в большой холст. А в основном рисовали сердечки и ромашки. Этот цветок – один из символов праздника. Семья Володских из Северодвинска. Папа, мама, двое сыновей и дочь приехали в Анапу к бабушке на пару недель. В семье любят активный отдых, трудиться в огороде. Главное, чтобы всем вместе. Любовь и доверие. Счастливая семья, я думаю, в этом. Не в деньгах счастье-то. Не на теплых чувствах, вот в объединении, в единстве. Вот оно где. Вот все вместе вот приехали, и все, ходим счастливы, довольны. Александр познакомился с Оксаной у фонтана в Кронштадте. Она почти не раздумывая поехала к нему. Вместе уже 12 лет. Я считаю так, что дома, вот когда уют, мужчина, он придет домой всегда. А что еще? Любовь, уют, все. На площади анапчане и гости курорта, многие с семьями и с детьми, работали интерактивные площадки, ярмарка ремесел. На сцене выступали детские коллективы из республики Коми. В Анапе они отдыхают, но и форму стараются не терять. Исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская вручает благодарности главы муниципального образования Юрия Полякова семи супружеским парам. В каждой семье, помимо собственных, приемные дети и десятилетия взаимопонимания и поддержки. Что может быть прекраснее этого праздника? Что может быть лучше этих слов? Любовь, семья и верность. Ведь мы никто без нашей семьи. И все в мире есть любовь. Ну и куда мы без верности? Позвольте мне от лица главы нашего города Юрия Федоровича Полякова поздравить вас с этим замечательным праздником. И пусть эти три понятия – любовь, семья и верность – будут всегда с вами, будут идти с вами рука об руку. Счастья вам, здоровья и берегите себя! Алексею и Юлии Кузнецовой вручили общественную медаль «За любовь и верность». Такая вот она, одна на двоих и каждому по ромашке. Вместе Кузнецовы почти как в сказке. 30 лет и 3 года. Живут в Юровке. 2,5 года назад переехали из Кузбасса. Уезжали. Было 8 детей. Уже здесь решили взять 9-го. Прежде всего любить друг друга, любить детей. Уважать друг друга. Идти на компромисс. Да, где-то может быть своими принципами поступиться ради любви к ближнему. Главной наградой для Кузнецова, как и для многих, кто пришел сегодня на праздник, это годы, проведенные вместе под озорной смех детей.
Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион. В этот день в храме преподобного Серафима Саровского вспоминали великомучеников Петра и Февронию Муромских. Дети приняли участие в постановке о житии святых. По словам настоятеля отца Александра, семья – это самая малая родина, которую нельзя предавать, а верность супругу – присяга, которую нужно соблюдать. Детский уголок в приходе преподобного Серафима Саровского почти никогда не пустует, а сегодня и вовсе полон двор юных и самых маленьких гостей. Клоун Митя Дмитрий Рыкунов еще в Пермском крае начал работать в Шапито. Сначала разнорабочим, потом звукорежиссером, смотрел на работу клоунов и однажды решил попробовать сам. В Анапе ремонтирует автомобили, подрабатывает на праздниках. Приглашали в цирк, но пока растет Злата, самая маленькая, с этим решили повременить. Мне почти 10 скоро будет. Да, нам 9, но скоро будет 10. Да. Ничего, вырастем. Клоун Котик, дочка Арина. Звукорежиссер, 12-летний сын Артем. Жена Ольга помогает с рекламой и, как говорит сам Дмитрий, муза. Не нужно как-то отклоняться от вообще семейного быта. Обычно люди прятаются за телевизоры, за компьютеры. Я против этого. Я, наоборот, проведите больше с семьей. Потому что в свое время воспитывался в тоже большой семье. И, к сожалению, отец нам не уделял много времени, потому что было очень, ну, 90-е годы, было много работы. А сейчас, наоборот, нужно давать детям, на самом деле, общение, игры, настольные игры. Это тоже круто. Так что все в ваших руках. Общаться друг с другом. То есть не сдерживать свои эмоции какие-то, не откладывать все в долгий ящик. А если что-то, есть какие-то недоразумения, недопонимания, то сразу же это сесть и поговорить, пообщаться, найти общие точки соприкосновения и решения. «Житие Петра и Февронии», учебник по компромиссам. Князь заболел проказой, простолюдинка пообещала его исцелить, если тот женится на ней. «Нехорошо получилось, князь. Обещали жениться, а сами шаль да побрякушки. А девица там утра и собою красна, хорошую княгинишкой станет. Велеваю найти, вернуть немедленно девицу Февронию. Управляйся за ней. Здесь я, не надо меня искать». «Прости ты меня, девица, за грех мой недостойный. Возьму тебя в жены и в терем свой введу. Только излечи ты меня от этой проклятой болезни». Оказалось, что Феврония князя попросту не долечила. В итоге стерпелась, слюбилась. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг. Скончались в один день и час. Еще в 16 веке православная церковь причислила их к лику святых. Основная мораль – взятые обязательства необходимо соблюдать при любых обстоятельствах. Как мы называем человека? Воин, который нарушает присягу. Верность родине нарушает. Он предатель, он дезертир, он достоин всяческого наказания и со стороны закона, и со стороны общества. Вот. То же самое должно возродиться и в обществе по отношению к изменникам. Изменникам в супружестве. По словам отца Александра, в измене мало покаяться. Важно сделать вывод, чтобы не повторять ошибки. Семья – это не только личные амбиции и интересы, но и судьбы детей. Именно об этом нужно вспоминать в первую очередь. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион. В уютном семейном кругу День Петра и Февронии отметила и большая дружная семья из села Джигинка. Екатерина и Василий Юдины – многодетные родители, у них 8 детей. Их счастливые супруги воспитывают не только в любви и заботе, но и в творческой атмосфере. Семья принимает участие в различных городских конкурсах и праздничных концертах. Своими вечными ценностями образцовая семья поделилась с нашими корреспондентами. Друг друга храните во все времена. Живите в ладу и гармонии. Музыка их связала. Екатерина и Василий познакомились 13 лет назад на одном из концертов в ДК села Джигинки. Василий играл на гитаре в местной группе. Екатерина занималась вокалом и предложила ему поработать вместе. Так и начался их роман. После рождения первого совместного ребенка пара обвенчалась. Сейчас у них 8 детей. Трое старших уже разъехались по разным городам. По словам Екатерины, быть хранительницей очага такой большой семьи для нее награда и предназначение свыше. «Я недавно своей маме сказала, я вспомнила, что ты мне на Новый год подарила с папой вместе такой интересный набор. Это была Барби, Кен, и у них была просто куча детей.
куча, там, кажется, как раз было 3 или 4 девочки и куча мальчиков. Я говорю, так вот ты спровоцировала во мне потенциально многодетную маму. Большую роль, конечно, сыграл супруг, потому что есть мужчины, с которыми надежно и с которыми не боишься рожать. Вот он относится к этим мужчинам, к категории этих мужчин, с которыми чувствуешь себя спокойно за будущее. И не только за будущее, но и за настоящее. Почти все в этом доме сделано руками главы семейства. Книжные полки, шкафы, кровати, детский уголок с качелей и даже теплый пол. По профессии Василий авиатехник, однако это ему не мешает развиваться в творческом направлении. Он выступает на различных праздниках, обучает музыке детей. В этой семье делают ставку на всестороннее развитие. Мы очень часто ездим на море летом. Куда мы ездим, ну, иногда в горы, по паркам, зоопаркам, цирк, вот такой вот. Мы стараемся им дать то, что нам в детстве родители дали, то, что нам показали. Понимаем, что это здорово. Ну, а сами вот своим примером. Мы не сидим без дела, их немножко так к себе. Потому что человек, который занят делом, никогда не бывает скучно. У него на глупости времени нет. Мое самое высокое достижение – это гран-при. Я его получила 3 года назад. Я вообще не ожидала, что так будет. Дочь Серафима рассказывает об одном из многочисленных достижений. Она играет на фортепиано, занимается вокалом и изучает несколько языков, один из которых – латынь. От старшей сестры не отстает и 7-летний Федор. Музыку совмещает с занятиями по дзюдо. С гордостью носит звание кадета. С удовольствием выступает вместе с родителями на концертах и творческих вечерах. Больше, что мне нравится, когда я выхожу на сцену, это то, что мной будут гордиться. Гордятся родители каждым своим ребенком и в каждого вкладывают максимум внимания и заботы. В этой семье не гонятся за модой и балуют детей больше не гаджетами, а любовью и лаской. Именно это, по мнению супругов, и является секретом счастливой и дружной семьи. Вот эти все бега, гонки, вот эти телефоны, оно немножко не вписывается в наш уклад. Вот нам, как в песне, маленький домик, русская печка, стол деревянный, лавка и свечка, да? И ребятишек в доме орава, вот оно счастье, правда, забава, вот это нам ближе. Однако в доме есть и компьютер, и интернет, но используют их лишь в образовательных целях. Свободное время здесь предпочитают проводить активно и на свежем воздухе. Как говорят юдины, много детей не бывает. И вполне возможно, что со временем семья будет еще раз. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион. В Анапе вновь введен запрет на купание. Мера связана с резким понижением температуры моря. По словам специалистов, это может происходить из-за подъема холодных грунтовых вод к морской поверхности. Запрет на купание действует на всех пляжах. Купание в холодной воде может навредить здоровью. В категорию повышенного риска входят дети и пожилые люди, наиболее чувствительные к перепадам температур. Ранее запрет уже вводился 2 дня назад из-за донного течения. Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендует организациям усилить контроль на пляжных территориях. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До завтра. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48-300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.